Сегодня в рамках недели робототехники в Брестском государственном техническом университете прошел студенческий семинар по современным проблемам робототехники. Мероприятие пользуется популярностью, поэтому собирают большое количество участников как новичков, так и настоящих профи. В этот раз поделиться опытом работы в робототехнике приехали представители России, Украины, Польши, Чехии и Словакии. Тема развития робототехники как никогда актуальна, поэтому подобный обмен опытом поможет участникам семинара выработать свою индивидуальную стратегию развития этой теории на практике. Тема робототехники очень актуальна, потому что это один из, как говорят, драйверов экономики, то есть то, что позволяет развиваться, снижать себестоимость, то, что позволяет создавать новые товары, то есть это такая популярная экономическая тема с одной стороны. Со второй стороны, это направление, которое синтезирует в себе электронику, механику, современные алгоритмы и современные компьютерные технологии, то, что позволяет двигать вообще вперед просто современные информационные технологии. Робототехника – это интенсивно развивающаяся научно-техническая дисциплина, которая изучает не только теорию, методы расчета и конструирования роботов, но и проблемы комплексной автоматизации производства и научных исследований с применением машин. Она может сократить расходы на оплату труда, оптимизировать новые технологии и выведет промышленную сферу на новый уровень. В плане изучения, после изучения подобных методов, это один из самых интересных, потому что он недавно появился и еще не везде присутствует. Так, при помощи этого метода решаются задачи оптимального управления, допустим, поиска оптимальных траекторий робота, управление лифтом, управление вертолетом, например, автономное управление вертолетом. То есть, когда вертолет сам летает, это совсем нелегкая задача. По итогам семинара его участники попрактикуются в создании программ по управлению роботами. Подобные мероприятия призваны популяризировать научно-техническое творчество в среде молодежи и способствовать совершенствованию материально-технической базы предприятий, тем самым выводя их на новый уровень. Ведь одним из решающих факторов ускоренного движения в экономике становится развитие промышленного производства, основой которого на современном этапе научно-технического развития общества являются механизация и автоматизация. В этой сфере проделана немалая работа, однако многое еще ждет впереди.